Ассаламу алейкум, дорогие друзья! Мы продолжаем заниматься боксом у себя дома. Советую всем, занимайтесь спортом, укрепляйте свой организм. Никаких сомнений, что вместе мы победим, потому что бокс объединяет, и бокс за сильную Россию. Всем здравствуйте, друзья! Карантин проходит нормально, тренировки не бросаем, а вам советую. Берегите себя, вместе мы победим любой вирус. Несмотря на карантин, мы не сдаемся. Занимайтесь боксом и тренировками дома. Вместе мы все победим. Друзья, занимайтесь спортом, будьте здоровы. Вместе мы сила. Юниорская сборная нашей страны призывает заниматься боксом все как мы, и никакие вирусы вам не страшны. Один из способов — это распечатать его на бумаге и бить его своими быстрыми и мощными ударами. Представляете, как вы его уничтожаете? Вот так вот. Эпидемия не повод, не заниматься физическими упражнениями. Поэтому сегодня у нас легкая тренировка. Просчитайся по порядку, снова солнце, снова солнце улыбнись. Просчитайся по порядку, на зарядку, на зарядку становись. На зарядку. Дорогие подписчики, не волнуйтесь, не переживайте, мы победим любой вирус, да, и занимайтесь боксом.